«Сбережем детей вместе». Всемирный день ребенка празднуется ежегодно 20 ноября. Именно от детей, их образования и уровня культуры зависит будущее любой страны. Потому этому необходимо уделять как можно больше внимания. Данный факт прекрасно понимали в ООН, когда решили учредить новый праздник, посвященный несовершеннолетним членам общества. Этот день служит для привлечения внимания к проблемам детей и совершенствованию законов, которые их касаются. Отмечается данный праздник 20 ноября, когда родителям всего мира стоит задуматься о том, какое будущее ждет их деток. Дата была выбрана, потому что Генеральная Ассамблея ООН именно в этот день в 1954 году приняла Декларацию прав ребенка. Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья. Фонд принимает меры по обеспечению беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения. В этот день проходит множество акций, направленных на защиту прав несовершеннолетних. Устраивают специальные акции по сбору денег и вещей для детских домов. В учебных заведениях устраивают специальные занятия, на которых слушателям говорят о проблемах и правах несовершеннолетних. Поднимаются вопросы нищеты и голода. Празднование дня в общинах, а также на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний. Всемирный день ребенка является прекрасной возможностью для защиты прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем мире, путем диалога и действий.